Всем привет! Автосалон Toyota. Давайте посмотрим, какие цены, какие машины в салоне представлены. Поехали! Toyota Camry. Цены действительно с 01.01.2019 года. Давайте смотреть. Toyota Camry 2.5 Elegance Safety. Цена представлена автомобилем без учета выгода 1 983 000 рублей. Передние датчики парковки, омыватели фар, линзованный свет, туманки, красивый такой перламутровый цвет, за который, кстати, нужно что сделать? Да, доплатить 32 тысячи рублей, а обычный цвет стоит 21 тысячу. Так что получается, вот в эту цену походу уже входит доплата за цвет. Резина Continental, повторитель поворотов в зеркалах, хромированные ручки, антенна акулий плавник. Классно за смотрится так. Четко все органично по них получилось. Ну и давайте здесь глянем, что руль в коже, мультируль, кожаный салон, большой бокс подлокотник, что-то такое под дерево, имитация, небольшой, кстати, почему-то экранчик, все в глянце. Здесь все мягким отделано, отлично. Тут тоже много-много всяких кнопок. Красивая дверная карта. Подсветка выхода. Здесь все отделано мягким. Электрорегулировки сидений. Как-то вот закрылась она не очень, честно. Хромированная окантовка стекол. Такая Toyota Camry. Toyota Corolla в черном цвете. Смотрим. 1.6 вариатор, классик, без выгоды 1 200 000, с выгодой по трейдину и по кредитной программе 1 100 000. Тоже здесь, я так понимаю, цены, да, с 01.01.2019. Но даже не знаю, что сказать. Все так как-то простенько сделано. Штампы, колпаки. Тут даже, видите, практически защиты нет. Вот чуть-чуть здесь идет вот этот пластиковый козырек, и все. А там вон у нас видно голый металл. Не знаю, обработан он чем-то или нет. Антикором хотя бы. Как-то вот не очень видно. Повторители поворота в зеркалах. Здесь ворсовые локеры. Брызговиков нет ни спереди, ни сзади. Антенна, акулий плавник. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Салон тканевый. Тканевый же подлокотник. Режим спорт. Ну и вот, получается, что, видите, здесь магнитола нет. Воздуховоды. Аварийка, замок зажигания, руль не в коже, кнопки управления звуком или ставим треки. И тут у нас сзади, видите, да, весла. Вот как-то вот так. За вот эту машину просят со скидками по трейдину и по кредитной программе 1 100 000. Идем дальше. Toyota RAV4 2.0 вариатор, Prestige Safety, полный привод. Цена представлена автомобиля без учета выгоды 2 222 000 рублей. Выгода по программе Trade-in 150 000. Давайте посмотрим, что. Да,
базовые цвета кузова без доплаты. Белый, светло-коричневый, темно-синий, я так понял. Металлик, цвет доплата 17 тысяч. И покрытие перламутр 25 500 стоит доплата. Так что вот так. Кстати, уже вышла статистика, что я сейчас точно не помню. Почти 900 с чем-то тысяч в прошлом году было продано именно Toyota RAV4. Второе место Tiguan. И на третьем месте, по-моему, идет Honda CR-V. Так что вот так. Статистика говорит сама за себя. Лицевой свет, туманки, передние датчики парковки, омыватели фар. Пластиковый обвес по кругу. Резина Dunlop. Здесь, видите, все закрыто. Все в пластике, хорошо. Повторили повороты в зеркалах. Камера обзора. Рейлинги, понятно, что антенна, кулеплавник. Хромированная окантовка стекол только снизу, но дефлектор уже дилер ставил. RAV4 полный привод. Давайте посмотрим, что в салоне. Тут еще задние датчики парковки. И вот единственное, что опять же вот эта труба вот торчащая, мне как-то вот весь вид портит. Как-то мне, я считаю, нужно было сделать чуть-чуть по-другому, не знаю, как ты вывести, чтобы... Ладно, эстетика эстетикой. Опять же, что маркетологам виднее, типа берут так и ладно, и берут. Двухцветный салон. Вариатор. Ручник. Вот опять же, сделали бы вот так, да, вот покороче. Вот это, считаю, ну, слишком, наверное, большой. Уж и мужская рука, и женская вот это затянут. Зачем лишнее вот это? И было эстетичнее. Вот этот, конечно, выступ, как его назвать, не знаю. Там же сделали так его более ровный. Здесь можно стакан поставить какой-то, не знаю. Вот. Экранчик небольшой, ну, видимо, достаточно, не считает. Аварийка. Руль в коже, мультируль. По высоте по вылету регулируется. Помощь при спуске с горы. Работа с круиз-контролем. Такая приборка. Все электростеклоподъемники водителя авто. Память двух сидений есть. Видите, вон кнопочки. Вот. Разделены, видите, здесь один подстаканник, тут другой подстаканник. Ну, много всяких полочек. Хорошо. Розетка, разъем USB и AUX, подарив сидений, режим спорт, режим эко, то есть выбор режима движения почему-то, нет, не так показал. Запираемый, видите, бардачок. Ну, в общем и целом, чуть-чуть бы вот эту вот переднюю панель доработать, да, как-то более ее благородить, вообще супер было. Но ждем уже обновленную Toyota. Посмотрим, что там. Идем дальше. Toyota CHR. Вот такие самые простенькие дисочки. 215-60R17. Здесь все в пластике. Хорошо. Брызговиков нет почему-то. Видите, такие накладки на пороге. И, кстати, они закрывают полностью порог. Отлично. Ваша одежда всегда будет чистой. Глянцевые стоечки. Ручки, видите, где? Антенна, кулеплавник. Вот такой спойлер. Ну и давайте смотреть, что стоит. Потом продолжим. Повторите, правда, в зеркалах. 1 756 000 машина стоит. Вот и все. Да, тоже цена действительно с 01.01.19. Так, за цвет просят доплату 17 тысяч.
для комплектации ход и кул, вот как у нас ход, получается доплата 8500. Ну и соответственно есть какие варианты с двигателем 1 и 2, вариатор кул, двухлитровый есть движок, вариатор ход и 1,2 литра двигатель и 6-ступка механика. Вот всего лишь 3 таких комплектации. Ну, давайте посмотрим, сколько стоит кул. С двигателем 1,2 привод полный. 2 169 тысяч. Вот как у нас Toyota CHR 2-литровая с передним приводом. 1 756 тысяч. И на ручке машина будет стоить 1 367 000 рублей. Вот так. Линзованный свет, туманки, омыватели фар, передние датчики парковки. Но перед смотрится круто. Вот что есть, то есть. Офигенно смотрится перед. Давайте посмотрим зад. Вот. Как по мне, как-то они что-то перемудрили, эти японцы. Ну вот отсюда смотрится более-менее что там. Вот. А вот здесь если вот так сбоку подойти. Вот это вот. Да. Ну ладно. Давайте смотреть, что в салоне. Вот дверная карта красивая. Вот спора нет. Все четко. Здесь мягкий подлокотник. Здесь ниша как ручка идет. Все отлично. Верх мягкий, да. Все круто. Все электростеклоподъемники, все автоблокировки дверей, блокировка стекол, электрорегулировки, зеркал. Классно. Динамик стоит. Здесь что-то, да. Бутылку можно разместить. Тут еще, видите, как сделали таким вот тесненный такой пластик идет. Ну, по-своему, прикольно. Прикольно. Уплотнитель имеется. Отлично. Здесь, видите, какой широкий. Здесь все и четко идет. Хорошо. Хорошо. Руль в коже. Все мягким отделано, отлично. Ну, тканевые сиденья. Зато здесь материал, так понимаю, классный. Вот он, даже видно, что он такой износостойкий, хороший. Да, и этот тоже другой цвет. Тоже классный. Ручные регулировки. Массаж. Так, это что у нас? Такой вот бокс-подлокотник кожаный. Достаточно глубокий. Ну и тут, как видите, вариатор, электронный ручник, солнце автохолд, отключение ESP, еще заглушка стоит. Вот такой большой экран. Климат-контроль. Вот как-то мне кажется, что узковато в салоне. Ну не знаю. Ну и такой черный потолок. Идем дальше. Новый Toyota Land Cruiser 152.7 Classic. Без выгоды машина стоит 2 499 тысяч. С выгоды по трейд-ин 2 429 тысяч рублей. В белом свете. Давайте посмотрим, сколько же здесь доплата за цвет. Доплата за цвет. Металлик 26 тысяч, за перламутр 39 тысяч доплата. Ну вот, как-то так. Здесь ничего нового для нас. Штампы, резина Dunlop. Все в пластике, такие огромные брызговики. Подножка, ручки не в цвет кузова. Ну, вот. Вот так все это выглядит. Легкая тонировка стекол. Ну, давайте посмотрим, что она предлагает в салоне. Огромнейшая дверь такая. Здесь уплотнитель имеется, отлично. Все мягким отделано, тут тоже огромная ниша, тут бутылка, одна, вторая, третья даже станет. Все электростеклоподъемники, все авто, блокировка дверей, блокировка стекол,
черная ручка пластиковая. Массаж сидений. Массаж спины, вернее. Ручные регулировки. Руль не в коже. Приборка. Управление зеркалами. Складывание. Яркость подсветки. Еще куча, как видите, заглушек. Пятиступка механика. Здесь не, ничего нет. Давайте посмотрим, что тут предлагает. Просто ниша. Отключение ESP. Заглушка. Подключаем полный привод. Так, здесь розетка. Это что? Два подстаканника. Такой бокс. Подлокотник. Подогрев. Зона покоя дворников. Кондиционер. Заднее стекло подогреваем. Часы, различные зоны обдува, аварийка, рециркуляция и так далее. Вот такое дело. Ну давайте глянем, что сзади. Широкий проем. Имеется подлокотник. Вот так он выглядит. По-своему прикольно. И тут еще, видите, воздуховоды, розетка 12 вольт. Все. Плафон в потолке. Идем дальше. Land Cruiser Prado. Черный красивый цвет. Зимняя резина стоит. Рельефы на крыше, антенна, кули, плавник, подножка. Давайте посмотрим, что здесь. Пластиковая защита. Все закрыто, металла практически голову не видно. 265-60R18. Давайте посмотрим, что в салоне. Кожаные подлокотники, все мягким отделано. Все электростеклоподъемники, все авто. Блокировка дверей, стекол. Здесь посмотрите. Электрорегулировки сидений, массаж. Кожаный салон, большой бокс-подлокотник. Подогрев сидений, охлаждение сидений. Вот еще видите, охлаждаемый бокс-подлокотник. Отлично. Пивасик поставил. Охлаждаешь. Режим эко, нормал, спорт. Два подстаканника. Ну и тут видите, как все сделано. Большой экран. Руль в коже. Рычажок для работы с круиз-контролем. Электрорегулировки по вылету и по высоте. Такая ручка. Она, кстати, приятная такая на ощупь. Но не прорезинена, а такой вот. Классно сделано. Ну тут тоже все по уму. Приборка. Вставка под дерево. Давайте смотреть цену. Линзованный свет, омыватели фар, туманки, передние датчики парковки, камера. Land Cruiser Prado 150 4.0 Prestige. Без выгоды машина стоит 4 миллиона 57 тысяч рублей. Выгода по трейд-ин 70 тысяч. И в итоге машина стоит 3 миллиона 987 тысяч рублей. Ну, тут надо полагать уже и доп. Вот эти вот в виде зимней резины и так далее стоят. Что здесь просят за цвет? Покрытие металлик 26 тысяч. За лакокрасочное покрытие перламутр 39 тысяч рублей. И тут тоже, да, цена действительно с 01.01.2019.
самое топовое получается люкс Safety, 7 мест, 4 357 тысяч рублей. Дизель 2,8 литра. Бензиновый будет стоить 4 402 тысячи рублей. 4-литровый движок. Вот такие цены. Идем дальше. Еще одна Toyota Camry. Классный цвет такой. Линзованный цвет. Омыватели фар, туманки. Вот кто бы что ни говорил, а все равно человек, наверное, привыкает ко всему. Вот мне поначалу вообще не нравилась эта морда. Сейчас как-то уже примелькалась, и даже как-то и ничего, нормально. Вот к Lexus я никак не могу привыкнуть, а вот эта четко уже мне нравится. Цена представлена автомобиля без выгоды. 2 миллиона 84 тысячи. Ну, собственно, все. Здесь ничего не стоит, ни допов, я так понимаю, нифига. Вот как есть, так и есть. Это у нас еще, напомню, Prestige Safety. То есть, еще есть люкс Safety, есть еще Executive Safety. 2 миллиона 63 тысячи стоит вот эта машина Prestige Safety. Тут еще, походу, какие-то допы стоят. Но они почему-то тут не пишут. Вот, значит, опять же, доплата за металлик 21 тысячу просят, за перламутр 32 тысячи просят. То есть, получается, такое дело. Хотя, опять же, надо уточнить, может быть, вот к этой цене, престиж, да? А мы сейчас, кстати, с вами вместе посчитаем. Получается, да, вот 22 тысяча. Покрытие металлик, получается 63 плюс 21, 84, так она и есть. Вот получается с доплатой за цвет, вот вам эта цена. С допов здесь никаких нет, так что такое дело. Все говорят, что вот все машины стоят с допами. Пожалуйста, машина стоит без допов. Классные диски. Резина Bridgestone 235-45R18. Ну, тут уже тонкости пошли, да, вот комплектации там буквально совсем-совсем минимум друг от друга отличаются, но отличаются. Ну, давайте с той стороны тогда зайдем. Вот чем мне еще нравится здесь, как надо обратить внимание, не глубоко это все так сделано, жабо. Все это четко здесь, снег вычистить, отлично, листья все улетают сразу. Надо где-то там специально что-то там напрягаться, все это дело делать. Кожаный салон, электрорегулировки сидений, накладка Camry, кожаный бокс-подлокотник, знаете, такая идет консоль, класс, так четко так салон разделяется, вообще круто, вот это хорошо, все в глянце, ну как-то так, видите, здесь как все расположено, зарядка телефона, руль кожи, мультируль, ручные регулировки по высоте и по вылету, подогрев руля и так далее. Все классно. Давайте посмотрим, что сзади предлагает. Не знаю, может, мне это на белом машине показалось, что двери грюкают. Сейчас вот эту закрыл, как бы нормально все. Все делаем мягким, отлично. Подогрев сидений, электростеклоподъемники, еще и авто. Ну, тут есть бокс-подлокотник сзади. Такой вот он. Два подстаканника с фиксаторами. И две розетки для зарядки гаджетов. Отлично. Отлично. Ну, понятно, что спрофилировано, видите, для двоих. И здесь еще есть плафон. Ну что, посмотрели мы с вами машины. Посмотрели цены. Народ, как видите, шарится. Как всегда, пишите, комментируйте, как вам цены. Все, всем пока, счастливо.